18 июля сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Курганской области провели ряд оперативно-розыскных действий в офисах службы заказа такси «Максим». В результате был изъят сервер, обеспечивающий телефонные разговоры клиентов с операторами. После изъятия сервера остановилась работа контакт-центра, принимающего звонки нескольких курганских такси и служб заказа. В том числе не работали телефоны «Максим», «Омега» и «Таксопарк». Сотрудники компании оказали полное содействие проверяющим, но нам непонятно, почему проверка одной организации должна мешать работе других. В настоящее время работа контакт-центра полностью восстановлена. В результате изъятия оборудования служба заказа такси «Максим» и другие партнеры контакт-центра понесли прямые финансовые потери. Они включают в себя стоимость необработанных заявок и приобретение нового сервера. Также пострадал имидж компании, поскольку горожане не смогли вызвать такси и уехать. Юридическая служба готовит документы для обжалования действий полиции. Сейчас служба заказа такси в Кургане действует в нормальном режиме.